Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 1 июня. В этот день, в 1830 году, был утвержден проект установки ограды вокруг Спасо-Преображенского собора. Это был проект архитектора Василия Стасова. Ограда была установлена в память о победе в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Ограда состоит из 102 бронзовых орудийных стволов трофейных турецких пушек. На стволах сохранились гербы Османской империи, а на некоторых из них данные им имена – «Гнев Аллаха», «Священный полумесяц», «Гром извергающий», «Дарю лишь смерть». Стволы орудий установлены дульным срезом вниз, в знак того, что они уже никогда не будут участвовать в военных действиях. Все средние стволы украшены двуглавыми орлами с коронами. Вскоре после революции золоченые двуглавые орлы были демонтированы. И в 2004 году было принято решение восстановить их и вернуть на место.